Всем кусь, ребят, с вами Лиоми, добро пожаловать обратно в Skulls Heroes Slayer The Dark Mirror, 10-е зеркало. В прошлой серии мы с вами сыграли за байкера, теперь у нас байкер и волк позади в забегах остались, но я надеюсь, что их благословение и удачи продолжат все-таки действовать, потому что в прошлый раз мы их увековечили на шапке канала, теперь они у нас будут вечно и во всех играх. Волчья удача, я надеюсь, что нас будет преследовать. Я возьму себе новобранца Корлеона, но с другим навыком я хочу. Вот, именно с ассасином как раз-таки, он последним был добавлен из навыков у него. Так, и мы берем себе какой-нибудь череп, просто на продажу подороже. Это забег будет на физу у нас, соответственно. В прошлый раз мы тоже через физу шли, собственно. Немножечко не дожали в конце. К сожалению, такой байкер показался мне, его байк сейчас выглядит как неубедительно, слишком самоубийственно. Но лек валило прямо жопой жуй. Огромное количество легендарок. Нам волк как-то больше призывает черепа. А за байкера у нас там прямо перли предметы всякие разные. Очень много мы всего успели пособирать. Еще у меня вот в идеале, кстати говоря, было бы собрать нам однажды легу... этого самого, как его, солнце и меч, как его, луна и солнце, который двойной предмет знамения. Я его до сих пор так ни разу и не видел. Мне, само собой, писать, что он там делать не надо. Я сейчас не получу ровно то, что в щит-то было. Отлично. Ну, там все равно были хилки. Ищем себе NPC, короче говоря. Какой-нибудь второй череп на свапы мне очень желательно, кстати говоря. Потому что этот череп, он получает значительный баф от свапов. И, блин, какое место противное-то, а? Этого снесли. Теперь вызываем здесь и аккуратненько держимся где-нибудь сверху. Так, потихонечку его будем лупить. Так, от огня. Да-да-да, от огня я спокойно тут уже ожидал, что он сейчас его сделает. Стеночку, отлично. ХП сейчас до конца отхиляем. О, предмет знамения со старта, кстати говоря. Это, блин, серьезно? Это что ли сказка, да? А, нет, это... О, это идол забытого. Кстати говоря, о свапах. Слово, это самый сильный предмет знамения в первой комнате, да? Ультра омега имбища на свапа, которая просто разносит всю комнату. Ну, не прям всю, да, но очень сильно. И этот перс хочет играть от свапов. Я как раз таки за него хотел сделать рейку через, в идеале через ассасина и лучника, но там посмотрим, какой мне второй навык попадется. Очень было бы хорошо, если бы попалась нужная. Ой, там божественная сила какая-то. Не помню, что он делает уже. Я не люблю этот респ. Он постоянно сюда вот так падает, и потом тебе с ним неудобно сражаться. Но, в принципе, это было не проблема, потому что у меня есть имбовейший свап. Я могу всех просто свапа сейчас убивать. Я не против сделать забег с этим темным предметом, в принципе, если так уж сложится обстоятельства. Я с ним не так часто играл, и давненько у нас его не было уже. Так что почему бы и не сделать просто имбу нахрен? Я не откажусь. Так, золотишко, по предметам идем дальше. Косточки пока что мне как-то не особо сыпятся, на самом деле. Потому что не сыпется, комнат с костями просто нет. Да, он аннигилирует нахрен. По огромной площади замечательный урон, это просто жесть. Сам этот череп я не считаю особо каким-то сильным, он мне не очень удобен, на самом деле. Я не думаю, что у нас забег, соответственно, изменится на какой-то, там, не знаю, на самурая. На Балрога я не планирую, потому что я за него сделал забег с модом, я думаю, где у нас он будет со старта. Я, ребят, думаю, что сделал несколько серий по модам, собственно, да. Еще предмет знамения. Ритуальное оружие. При воздаке перед вами поднимают следующие шипы. Мне это, по-моему, не надо. Другие предметы тут меня тоже особо не интересуют, на самом деле. Я могу посмотреть, как он работает, но на самом деле я бы лучше взял бы себе какой-нибудь другой предмет просто. Хотя можем его продать. Раз тут все особо мне не нужно. Невидение поединок, цепляться мало сокровища. Давайте посмотрим, как он выглядит просто. У меня 75 хп теперь. Вот такие вот шипы вылетают раз в 4 секунды. У нас на кулдаун слева снизу отображается. Просто внизу. Ну, вроде какой-то урон наносится, но порезка хп в 2 раза, это типа звучит как полная жопа, если честно. Как что-то самоубийственное. Я могу с ним чуть-чуть пробежаться, но каждая тычка, потом, если я его сброшу, как бы... У меня сейчас 100% хп, меня отнимут, например, 10 хп. Я его сбрасываю предметы, у меня будет отнято уже 20 хп. Поэтому пока у меня этот предмет, если я его собираюсь потом сбагрить, у меня каждая тычка, считайте, вдвое по мне сильнее будет. После сброса она учтет все хп, которое я потерял, и, скажем так, процент наставит мне его. Ай! Так, окей, это было щит, не страшно. Но поначалу можно немножечко с ним побегать. Сейчас с 2 предметами знамения. И опять же, ребят, бегать не собираюсь, потому что это что-то жопа полная. Звучит. Так, что у нас тут? Есть сказки кусок, есть череп какой-то баланс, есть кобальт. Можно паролить немножечко, все что-нибудь поискать. Не знаю, что на самом деле. До леги доролим, наверное, сейчас. Хотя, нет, не до леги, золотой нож я хочу взять. Золотой нож, ритуальное оружие, замечательно, вот так пойдет, в принципе. Этот предмет знамения, мне кажется, его не стоит. Каждые 4 секунды, хоть там, в принципе, неприятный такой прок, да, 177 урона на фоне моих тычек, вот таких нормально вполне. Но все же как-то дебаф того не стоит. Давайте попробуем череп купить, вдруг будет что-то дорогое. Сейчас.
Естественно, самое дешевое, что может только попасться. Кобальда можно взять себе некоторое время им попользоваться, хотя я буду про него забывать, мне кажется, частенько. Можно взять себе броню, потому что она будет себя купаться, пока у меня есть медалька. Пускай будет так, допустим. 30 костей есть, но их не хватает на прокачку сразу до уникальной версии. Если мы найдем сейчас редкий череп, то их хватит. Но что-то мне подсказывает, что шанс на это... Не стоит на это слишком сильно полагаться тоже. Так. Вызываем ассасина. Делаем боньки по нему. Юзаем свапы туда-сюда. И пробиваем его проще простого, потому что, да, я могу просто по КД свапаться. Мне даже не важно, какой череп у меня будет на самом деле. Я могу хоть с базовыми черепами пройти сейчас, наверное, с этим предметом. Да, и здесь, к сожалению, вообще не то, что я ищу. Всего лишь 5 костей. 3 хп, наверное, больше дадут нам как бы в эквиваленте. Так что пускай, допустим, будет так. Мы прокачиваем его сразу же себе. И давайте почитаем в описании сейчас как раз. Вспомним, что он там делает вообще. Сержант Корлеона, при удержании кнопки атаки накапливается сила. Когда сила достигает максимума, атака усиливается. Физическая атака членов отряда поблизости с этим черепом усиливается на 20%. При смене черепа бросается вперед и выполняет безупречный удар с натиском, который наносит физический урон. Навык 21 секунду кулдаун призывает ассасина. Ассасин появляется рядом со случайным противником поблизости, наносит ему физический урон, после чего сражается рука об руку в течение 10 секунд еще. Мне у этого черепа никогда не нравилась его заряженная атака, потому что ее бывает такое, что ты в ритм попадаешь и начинаешь ею спамить. Бывает такое, что ты вроде ее зажал клавишу, да, а она не срабатывает. Или, например, ты делаешь базовую атаку, а потом ее зажимаешь, и у тебя она все равно не срабатывает, она работает наоборот, а базовая атака все равно незаряженная. Оно как-то вот так странно работает, и это можно ощутить, когда ты сам с этим поиграешь. И то я не уверен, что всем это будет так некомфортно. Вот почему-то именно за этого персонажа мне неудобно как-то вот реализованы заряжаемые атаки. Я не знаю, как это объяснить, но почему-то у меня вот есть такое вот впечатление постоянно, каждый раз. Я за него играю. Также у него там был патч, который его бафнул, вроде как увеличил дальность этой атаки, если я не ошибаюсь. Может быть, ее силу, может быть, скорость чарджа, я не помню, то что там именно еще было. Но там были какие-то для него бафы. Насколько это повлияет, я не знаю. Кстати, зато хилка, которую я сейчас подбираю, да. Если она на 10 хильнула мне, нет. Да, вроде на 10. Если, например, у меня, условно говоря, было 100 хп. А, нет, стоп, а хилка-то ведь... Погоди-ка. Что-то я вот сейчас задумался. Если я сброшу этот предмет, у меня сейчас хп станет не 64, да-да-да, но увеличится пропорционально процентно. То есть, соответственно, хилка, которую я подберу до продажи предмета, она будет для меня тоже вдвое эффективнее. Как-то так должно быть. Блин. Так, подходим сюда, свапаемся. Ух ты, блин, как я свапнулся-то неудачно. Как я улетел. Не рассчитывал совершенно так. Ассасин — это последний навык, который был добавлен этому черепу, поэтому именно с ним я хотел поиграть. В целом у меня насчет него такое, знаете, противоречивое персонажа. Не насчет этого персонажа, не точнее, впечатление, знаете. Мне нравилась его старая версия, но я понимаю, почему его изменили. Потому что она дублировала практически полностью череп могильщика. Гуляш, кстати говоря, как раз-таки вот для этого я скалался, сохранял себе, чтобы продать подороже. Кентавр. Бросает копье, которое ранит, возвращает возвращение копья, ускоряет перезарядку на 15 секунд. Не особо я это хочу. Это мне тоже не надо, это череп баланса у нас. Ролл, ролл. Волчья удача. Работает. Мега крутая лего на физу. И это у нас сразу же, простите меня, отвага и ритуальное оружие. Так что тесеты со мной на двух уровнях точно будут. Отвага может быть даже дальше. Шедевр я не особо планирую собирать, наверное. Вальжрица нет. 10 костей можно купить, хотя мне кажется, мне костей так хватит там на уникальную версию прокачать череп свой. Еще ролл сделаем один, допустим. Все что-то немножко не то. Когда начинается накопление силы, парализует ближайших врагов. После завершения накопления силы на 3 секунды повышает шанс критический удар на 15%. Можно это взять себе, в принципе. У нас убрали сет, да-да-да, что-то такое припоминаю. Убрали сет, у меня нет сокровищных 3, случайно. 2 сокровища, окей. Убрали сет на чарджи в один момент. Но есть, соответственно, всякие эффекты с предметов, которые усиливают заряженные атаки. Вот тут очень легко так улететь случайно, да. Ну, посмотрим, сколько мне эта штука сейчас. Три. Ну, вот так вот она поблизости как раз срабатывает. Ну, само собой, ребят, 3 предмета знамени я в любом случае брать не буду. Это нам повышает просто физу, целую кучу дает, да. И если у тебя после реза тебе дает в 2 раза больше физы, в общем-то. Кость безумия. При использовании навыка на 5 секунд создается костяная зона. Внутри зоны повышается перезарядка 5 секунд еще. Есть древняя курильница, которая даст целую кучу хп просто. Ну, я ее, наверное, возьму.
это будет хорошо. И квинтэссенцию нашу вскоре тоже немножечко, хотя я ее не так часто использую, но так или иначе, пускай будет. В общем, касаемо этого черепа, я играл им еще давным-давно, когда он был до своего реворка, достаточно значительного. Он просто призывал целую кучу существ, целую кучу солдат. По-моему, у него было несколько зарядов на навыках, но я точно не уверен. Плохо уже помню. И после свапа он на легендарной версии призывал 5 существ. Сейчас он призывает, по-моему, 3 после свапа на легендарке. То есть значительно меньше. Так, мне нужны еще кости, так, пожалуйста, это самое. Я хочу уникальную версию себе апнуть. Аккуратненько, аккуратненько. Как загасили. 112 хп у меня. На, блин, с учетом курильницы и сета собранного, да? Зато мы должны быть потенциально сильными, а каждая единица лечения для меня будет очень ощутима. В любом случае. Ну и разносим, да. Но в любом случае эти шипы я планирую, наверное, сбагрить потом. 3 предмета знамения, ребят, я не собираюсь делать. Это не та игра, которая располагает к прохождению без урона в принципе. Да и я смысла в этом не вижу, небольшого фана тратить время на такие вещи. Еще одно знамение. При нанесении критического удара вокруг врага появляется стрела смерти. По достижении 5 стрел смерти все они попадают во врага. Стрела смерти носит, соответственно, физический или магический атак. Наивысший урон, короче. Я такого вообще не помню, если честно, метка смерти, такого предмета знамения. Давайте попробуем его взять вместо этой штуки, может быть, а? Но он, правда, работает только при критах. Что для меня не очень эффективно. У меня критов-то особо нет, вот стрела смерти появилась. Вторая стрела. Третья. Ну уже, четвертая. У меня сколько шанс крита? 25%. От чего? Не видение собрано? Нет. Что мне шанс крита заливает? А, накопление силы заливает шанс крита, наверное. Так, давай. О, ну слушайте, ударило, кстати, неплохо, но это надо прям много критов. Мне, кстати, еще мне написали, что я перепутал, и у черепов скорости нет бафа на крит шанс. У них баф идет на скорость атаки и на скорость передвижения. Я почему-то все время думал, что там на крит шанс именно у них заливается от особенности черепа, просто от типа черепа. У них такого нет. Если бы у меня разогнался бы сейчас крит шанс, эта штука бы неплохо работала. Но, блин, у меня... Второй предмет знамения есть, который гораздо сильнее. С другой стороны, он более попсовый, вот эта штука. С тем предметом было бы поинтереснее сделать забег, конечно. Я пока что даже не знаю. Может, я в принципе со знамением не буду бегать, потому что знамение это, блин, самоубийственная штука, которая почти никогда того не стоит. И криты не факт, что у меня раскроются в принципе хоть как-то. Ну и разносим, конечно, да. У меня урона сейчас. У меня физы 516%. Правда, это на гуле. Не на гуле 403% вот сразу же. Что гуля там, по-моему, заливается от всяких этих самых бафов. Заливает себе статы. Так, еще жрем, жрем. И просто это жесть. Формали. В щепки просто. И на вранец Корлеон тут собирает мясо, да? Я ассасин там еще мой дополнительный лупит попутно. Так, что здесь будет? А, хилки не выпадает, если у тебя фулл хп, да-да-да-да, кстати говоря. Есть суккубище, имбище, есть циклопище, которое 20 щитов даст, что приятно весьма. Перчатки воина на отвагу есть. Дальние, да, дальние телепорты рывки, не хочу их брать, тоже гидра. О, гидра, кстати говоря, она отравляет врагов, я совсем забыл про это, да, ее можно на забеге ядом делать. Но мне это не нужно сейчас. Я, наверное, просто продам квинтэссенцию, я не хочу себе брать суккуба опять. Достаточно я с ней наигрался. По предметам меня есть тоже, что особо так ничего не интересует. Отвага у нас не соберется все равно. Сейчас, по крайней мере. Давайте продадим. Пускай будет плюс 5 хп. И обидно, что у меня костей вообще кипиш прямо. Дико их не хватает. Но в целом старт неплохой. Наклад кровотечения сразу же. Исходящий входящий урон увеличен на 5 секунд при получении урона. Не хочу. Так, а что мы хотим? Вопрос себе. Может быть, последнее сопротивление, потому что у меня мало хп, я еще получаю x2 урона, но может быть я все-таки один предмет знамения выкину. Что мне нужно этому челу? Наверное, нужны навыки усиливать. Чтобы, потому что у них кулдауны большие. Я хочу оба использовать. Да, давайте, наверное, оба навыка тут вкачаем. Я надеюсь, что если у меня кулдаун навыка будет маленький, то новобранцы наши могут, ну не новобранцы, наши помощники могут одновременно работать. Одновременно ходить, то есть навык не перепризывает его, а призывает именно что нового. Аккуратненько. Может быть, не стоит мне юзать навык на гуле своем, потому что здесь весьма себя опасно, но пока что нормально. Вот, но Бранец Корлеона раньше он был призыв чисто, да, он очень много просто срал на экране количеством существ. И, блин, у меня тут монашка пришла, а у меня нет самых, его нет второго навыка, чтобы паролить себе в два нужных.
Ладно, хотя могло там и не попасться, зверь, не могло не повезти так-то. Не забываем про это тоже. Так, Джина я возьму себе вместо Гули. Я думаю, это будет побезопаснее для меня. Покомфортнее. Так, ее я освобождаю, но ничего не использую. Раньше он призывал целую кучу существ. Сейчас он скорее призывает не так много существ, но он их сам бафает. Раньше у меня был даже забег на фулл самон. Ох ты, блин, какая тычка сильная. Я прям четенько ляпнулся на пол, когда он сделал этот удар. Я не ожидал, честно говоря. Что-то как-то не подумал об этом, заболтался немножко. Никак не могу договорить свою мысль, блин. У меня был забег с могильщиком и новобранцем Корлеона. Тогда, когда у нас еще могильщик, по-моему, был через физу, если не ошибаюсь. Сейчас он весь на магии, только у него есть автоатака на физе, которая просто не в тему. Если я не ошибаюсь, если ничего не путаю. Берсерк. Броня вора, которая невезение дает. Но это нормальные атаки, я не особо на них планирую делать забег. Все равно. Давайте Джина тогда, наверное, или сначала пароля, может быть, нужно. Что может у тебя череп наверху здесь. Так, это все меня не особо интересует. Еще ролл. Вот это есть неплохая штука, но это на черепа силы больше. Мне это не так интересно. Мне это 50% физы чисто. Ну, ритуальное оружие. Я предпочел бы что-то другое поискать. Давайте ролл сделаем, может быть. Не то, не то, не то, не то. Давай череп баланс купим. Он тоже редкий, к сожалению. Ну, ладно. Хотя я могу, знаете, как я могу, в принципе, тогда... Так сделать, берсерка продать, потому что он будет подороже, пускай у меня джин останется. Вот так будет тогда. По сетам пока нет смысла что-то добирать себе, да? Да, вроде ничего нет смысла. Ну, можно фамильное сокровище тигра себе взять на самом деле. Я не так часто получаю урон, и оно будет меня сейвить, и зато у меня тычки, которые влетают, они будут очень болючими. Так что пускай фамильное сокровище будет собрано. Сейчас этот череп просто призывает мало существ, но он их бафает, и мне вот эти вот бафы его не особо нравятся. То есть мне не нравится вот чардж атака. И там он еще потом получает, какая-то шкала у него заполняет за эти чардж атаки, за которые он может. Вот сейчас я тоже нажал второй раз на чардж атаку, но он у меня ее как-то сразу не срабатывает. То есть он, когда ты падаешь на землю. А, ты принцип на земле ее можешь тоже только использовать. Но бывает такое, что ты ее юзаешь раз, нажимаешь повторно, вот опять я нажал, но она не нажалась. То есть тебе, если ты немножечко заранее нажмешь, он не будет уже чаржить атаку. Это как-то, не знаю, именно почему-то на этом черепе это неудобно сделано. Неудобно ощущается. И постоянно доставляет мне какой-то такой дискомфорт. И в итоге не получается сделать то, что я вроде как нажимаю. Но вы этого увидеть не можете, к сожалению. Так, Джин у нас не активирует шипы, потому что он летает. Да, про это не забываем тоже. Небольшая такая мелкая особенность, но тем не менее. Так. Тут прям разнос, конечно, всего и вся. Так, давайте хилочку подберем, чтобы наверняка чтобы полное хп было. Я вижу этот сундучок, который заныкался. Криты мои еще не работают на мобах, потому что, блин, 5 стрел критов набрать, у нас моб гораздо раньше умрет. Они столько ударов не выживают просто. Ну и тут да. Некоторые предметы чересчур сильные, конечно. Это я не поспорю. Просто жесть. Аннигиляторная имбища какая-то. Этот свап. Такс. Опс, 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 вот это плохо. Окей, я очень красиво ушел от атаки. За счет двойного рывка. За счет слаба, который меня дополнительно продвинул. Я в итоге вообще не отхватил. Хотя если бы я тут ляпнулся, несмотря на то, что мобы быстро помирали. С учетом увеличенного по мне урона, с учетом того, что у меня мало хп, я мог умереть реально за несколько выстрелов буквально. За считанные. Я боюсь лиян, потому что они могут меня тоже так скосить быстро. С другой стороны, у меня хороший урон. Но надо прям очень-очень аккуратно действовать постоянно. Мы все еще ищем Лего-ассасина, кстати говоря, да, из наших целей. Но тут у нее шансы прыгнуть вообще. Просто если будет Лего-лучница, будет очень круто, кстати, тоже. Ай ты, блин. Ни хрена не вижу. Промах. Где я? Снова мне этот... у меня со свапа перс делает очень дальний рывок. Джина. Она там начала вроде что-то кастовать, но сразу ляпнулась, потому что просто урон большой. То есть идет из ниоткуда. Хотя в одиночную цель нас, конечно, не настолько мы быстро их выносим прямо. Ну и нормально вполне. Жаловаться как бы не на что. Они еще так распределились в разные стороны, из-за чего мне
неудобно не попасть по ним вместе сразу же. Может быть, не доставала моя зона до обоих сразу, не знаю, одновременно. Ну, так или иначе, это разнос. Нет, Лего. Если была бы Лего, могли бы реально... И здесь нет, к сожалению, жалко. А ее мне Лего не особо нужна, наверное, даже сейчас. Самурай, кстати. Блин. Черт. Самурай выпал. Вольжицы. Так, куда ее? Наверное, вместо чаши скучного чая, раз мы ее выкидываем, да? Раз мы не идем по этому черепу, походу. Я даже не знаю. Или вольжицы мне не надо, в принципе, может быть. И самурай, кстати говоря, через криты играет, по-моему. Он может криты разогнать, в принципе, более-менее. А он и сам со своей обилки критует гарантированно, по-моему, при ульте. Не уверен точно. По крайней мере, луна точно критует гарантированно. Так, ну давайте вместо стандартной брони Корлеона, наверное, у нас сколько сейчас? Ходящий урон 1.28, а без нее будет 1.50. Значит, она итоговым множителем понижает урон по мне. Ладно, давайте без реликвии тогда останемся, хрен с ней. А, что я могу сказать? Я собирался делать забег за самурая, и он выпал рано весьма. Я могу его сейчас взять, но я не смогу его улучшить, да? Мне никак на это не хватит денег, к сожалению. Удар с уклонением у него. Блокирует следующую атаку. Блин, а у него парирование выпало. Я парирование не люблю очень. Я знаю, есть те, кто прям обожают парирование, что там без него не могут играть. На некоторых черепах, да, у которых оно располагается. Но я не из тех. Давайте самурая, собственно, берем тогда. Блин, я опять тут начал распинаться на этот череп. А мне игра такая, нет, ты будешь играть другим. Твою налево. Давай я, допустим, вкачаю себе два раза хп. Я надеюсь, что я костей успею набрать нужное количество. Хотя, может, я лишнее потратил уже. 35 костей я могу не успеть набрать ни хрена за кусочек этажа. И за самурая сейчас будет нам, возможно, местами даже посложнее. Не знаю, посмотрим, что получится. Это такой, в первую очередь, антибоссовый череп, наверное. На комнаты он, ну, как-то как на самом деле себя показывает. Совершенно красивый. Ух ты, блин. По-моему, надо знамение одно разбирать в любом случае. Мне, наверное, свапы не особо нужны. На самом-то деле. При смене черепа бросается вперед и выполняет чистый удар с натиском, который наносит физический урон. Но и у меня криты сейчас особо не вкачанные. 10% шанс. Мне как бы вот этот лук-то не особо заходит. Я сейчас буду баловаться, да, пытаться с луком доиграться до последнего, потому что он мне идейно более красиво заходит. Я, в принципе, с ним не играл, по-моему. А потом я просто сдохну из-за этого. Вот такое может произойти, я этого бы очень не хотел. Так, этого вынести. Косарик нахрен. Ну, а самурай так умеет. Тихо. Мне нужен, значит, сейчас тот самый, в первую очередь, наверное, я бы хотел. Жрицу храма. Я хочу поменять себе второй навык свой. Снова знамение. На отвагу вот этот вот. А, блин, на магию мог бы быть крутой забег тоже весьма. Я так смотрю. Но мы здесь, по-моему, продаем просто. Во время накопления силы создается барьер при получении удара в барьер на 2 секунды, шанс крита повышается на 50%. Опять же, с зеркалами эта штука стала гораздо менее актуальной. Так, что у самурая там по описанию? Череп скорости. У этого черепа есть постоянный навык одним ударом ставит метку на атакованных врагах. Это при обычных ударах он ставит метку. Меч из ножен. При смене черепа бросается вперед, выполняет чистый удар с натиском, на который носит физический урон. Одним ударом, то, что у него не ролится. Бросается вперед, выполняя режущий удар, наносит физический урон и убирает оружие в ножны. Когда оружие оказывается в ножнах, все метки исчезают, а нанесенный навыком урон увеличивается пропорционально количеству меток. Чем больше меток, тем больше урона, короче говоря. То есть стакаешь себе метки вот так вот, и когда он только последний меч горизонтально прочеркивает, там максимум меток, и он 1200 урона нахрен. У меня вопрос, а вот этот удар, который на максимальных метках, он гарантированно критует, или мне сейчас повезло просто так, что два удара, два моба с максимум меток, они получили криты? Давайте сейчас посмотрим еще разок на это. Нет, они все критуют. Погодите-ка, может одним ударом гарантированно критуют в принципе? Потому что не может не такое, что 10% шанса прокнулся вот так удачно. Но это все равно не оправдывает метку смерти, потому что это 5 раз надо критануть. Удар с моим блокирует следующую атаку, выполняет удар с натиском. Целевой враг получает максимальное количество меток. Это все, да, очень весело, конечно, можно много быстро меток накладывать, но это ты должен... Не доджить, должен следить за врагом, за таймингом и так далее. Что-то пропускал. Потерял сразу хп, и я этого небольшой фанат. Парирование в скал мне не особо заходит. А мне в принципе мало где заходит, а в игре, в которой еще и у тебя полный срач на экране творится, то и подавно как-то.
тут под большим вопросом реально, с каким предметом знамения я хочу остаться, если вообще остаться с каким-то из них в принципе. Ох ты, блин, там лампа мешает. Не позволяет наносить урон по ним. Окей, снесли. 58 хп у меня, видите, оно очень быстро заканчивается, реально. 78 хп. 25 костей, за это огромное спасибо, конечно. Так, сейчас магазинчик. Но мне кажется, надо стрелу эту скидывать. Гарпия? Нет, пожалуй. Так, что еще можно? За каждый навык перезарядки. Не то, что я еще тоже такой, ну, на свапы, и причем на свапы с большими кулдаунами желательно. Крепость мне неинтересна. Давайте я куплю себе череп просто ради того, чтобы... Волк, кстати говоря. Чтобы мне наверняка хватило костей на Легу, если мы победим Лиану. Я очень надеюсь, что мы победим все-таки. И у меня теперь, кстати говоря, темная вилка мне не подходит, потому что она кулдаун наш ускоряет. Хотя, может быть, тоже нормально. Есть циркулятор Монотеха. Блин, этот забег реально мог бы хорошо подходить для новобранца Корлеона, но самурай все-таки выпал, я решил на него сделать забег. Гравировка шедевра. Эта штука позволит чаще юзать навыки. Мне как раз таки кулдауна у моего навыка одним ударом, он будет высоковат. Мне это пригодилось бы. Но с другой стороны, так ли оно мне надо? Давайте я это возьму вместо лука все-таки. Пускай будет, ладно. Ролл. Это опять же не череп силы у нас, к сожалению. Ну, джин-то вот череп силы, а это-то нет. 213 хп у нас теперь зато. Поприятнее уже. А, еще один ролл сделаем. А, какие предметы на магию! Черт тебя побери! Игра! Хватит меня так троллить. У нас и Демономикон был, и вот эти два. Походу, все-таки Волк мне с Байкером на пару решили поприпоминать, что они уже, скажем так, свое отработали, да? И вот, держи тебе нахрен. Вот так. А, фамильное сокровище, смотрите, оно не исчезает у нас, да, но, видите, оно разобралось. Но отсюда оно не пропадает. Но у меня теперь вот все сет этого нет, к сожалению. Так, ну ладно, идем, наверное... Блин, я бы еще рольнул на самом деле. Сколько стоит? 160, ладно, давай, допустим, разок. Есть мастер боя. В принципе, нормально. Как раз-таки для самурая более чем подходит. Можно вместо стандартной брони Корлеона взять, раз я уже избавился от одного предмета знамения. Блин, не надо вместо этого брать. Нет, здесь циркуляция маны собрана, святыня. Здесь трофей пересобранный. Давай вместо, наверное, брони Корлеона, ладно. Не хочется просто дамаг по себе повышать еще сбросом этого предмета, но да, потерпим как-нибудь, не знаю. Посмотрим. Сейчас, честно говоря, не будь у меня предмета знамения вот этот вот на свап, я не знаю, что бы я делал. Потому что на многих ситуациях именно он меня в первую очередь спасает. На боссе что будет? Ну, посмотрим. На комнатах мне... Можно комнаты, в принципе, с него исчищать как раз-таки, раз у меня череп больше все-таки на боссов. На одиночные какие-то цели, оп, 1364, но даже так не добили. Это пипец, как меня больно бьют. Если я перестаю свапаться, то прям начинаются большие проблемы, начинаешь сразу отхватывать. А, это у нас на череп, к сожалению, не тот немножечко. Не тот тип атаки. Если было что-то подобное на свапа на меня, хотя у меня есть джин, опять же, то также неплохо работает на... Чисто на свапа, на сейф такой. Так, и отходим нахрен. По-моему. Забег на самурая без геймплея самурая, да? Ну, за любой череп, в принципе, такое было бы с этой... С этим предметом, наверное. Так, держите, ребята. И джин может это подобрать, кстати говоря, на халяву, да? Потому что летает. Байкер. И волк, и байкер мы встретили, да? Биба и Боба, наша парочка. Легендарная. Но я надеюсь, что они свою удачу все-таки сохранят и дальше на мне тоже будет сопутствовать. Кто-то спросит, что, мол, почему ты... Возможно, кто-то задаст таким вопросом, я предполагаю, просто, мол, почему ты хочешь... Почему ты решил сделать забег за самурая, хотя неплохо он располагал уже к новобранцу Корлеона, если ты дальше собираешься по модам поиграть. В модах можно себе выбрать персонажа со старта. Ну, вот как-то, я не знаю, с обычных персонажей я бы не хотел выбирать их со старта себе. Гораздо приятнее их получить вот так в забеге и адаптироваться, нежели со старта гарантировать себе дроп. Ладно, там, допустим, еще Балрог, который тебе, в принципе, вот, квинтэссенция, это как бы что-то отдельное. Но вот какие-то обычные такие черепа, их приятнее все-таки в забеге было бы встретить, а не выдавать себе при помощи мода. Так, это мне не надо, я думаю. Как всегда, он дает мне что-то, что меня не интересует, но там шанс будет.
один предмет, конечно, выборка такая. Из сундука далеко не всегда хоть что-то меняешь, а тут и подавно шансов немного. Так что за Балрога я бы хотел со старта его взять себе, наверное, раз он мне так не выпадает особо. А вот за самурая, раз он выпал, то пускай будет, почему бы и нет. Это мне волк наролил, собственно, да, но в остальном они решили дать мне предмет. Не знаю, решили меня потроллить так. Дали мне череп один из тех. Последний череп, по сути, который я искал еще, но при этом забег на магию высыпать предметы, да? Хотя если так серьезно говорить без приколов, то у меня так-то Лего и вон там Крушитель Надежд вначале попался, который имбища. Топ-предмет на физу. Жаловаться как бы тоже не на что в этом плане, да? Блин, оно вот проходит, он не попадает из его щита. С какой стороны не ударил, он все равно в щит улетает, по-моему. А здесь мобов нет. Или они сдохли, может быть, до этого еще от моей ульты. От моего слапа, точнее. 141 хп. Увеличенный по мне урон. И лианы, в которых я сильно не уверен, что я выживу здесь без пересборки, если честно. Посмотрим, что сейчас будет. Надо быть очень аккуратным, на самом деле. Может даже по большей части слапаться чисто. Особо агрессивно не действовать. Не знаю, посмотрим, что получится. Так, сразу слаб. Так, заходим. Оп. Когда будет одна, вот тогда ее можно будет поагрессивнее уже пытаться лупить. Снова создаем зоны. Агрессивнее можно будет лупить именно за сумрая. Так, это ожидаемо было. Входим, это тоже было ожидаемо весьма. А, промазал! Черт тебя побери! Это не то, что я ожидал совершенно. Ох, 23 урона. Она постепенно помирает, но, по-моему, не от моих атак вообще. Попал. 1296, не могу сказать, что это прям того стоит, потому что, учитывая, сколько у них там хп, под 12 тысяч или больше, я не помню. У меня 33 урона нахрен. С одной тычки. Очень больно. Так, 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 окей. Я про них даже не буду пытаться на них использовать, потому что, ну, цена ошибки просто парирования, она и близко того не стоит. Аккуратненько бьем потихонечку. Зато мы, кстати говоря, очень их ровненько убиваем, потому что, собственно, зона по обоим сразу бьет, более-менее балансирует в этом плане. Было близко. Есть, успел. Свап Джина. Это померла, окей. Так, давай сразу же еще один свап. Сейчас попытаемся набрать на ней сразу метки. А, метки обновились. Она считается принципиально. Сбрасывает себе это все. Охренеть, 59. Это, конечно, сильная атака, но, по-моему, это что-то как-то уже за гранью. Где-то 85, даже без фулметок, собственно, там мы тоже проверили. Так, аккуратненько, аккуратненько очень. Так, а что у меня там за навык? Джин фехтовальщик. Джин телепортируется и выполняет 3 рубящих удара. Окей. Это дает мне неуязвимость. Ну, нормально. Нормально дает количество, в смысле. Жесть, а у нее хп-то почти фуловая вообще-то. Я что-то надеялся, что мы с первой фазы ее почти там посносили. Ей прилично, что у нее сейчас будет далеко не полная хп, а тут что-то как-то печально выглядит пока что. Фух. Еле успел. Это было очень близко. Свап. Чудовищно напряженный бой, конечно. Чувствую, что я все равно сейчас солью от какой-то дурацкой атаки под конец. Решил рискнуть атаковать, называется разочек. Жесть какая. Ударил. Шли.
Свапаем туда-сюда. Ух ты, блин, она сейчас по мне попала, потому что я свапнулся, решил рискнуть. А потом понял, что мне от нее уйти, придется сделать рывок, и, соответственно, я бы сейчас получил урон от этой волны, не успел бы от нее рывок сделать в обратную сторону или как-то откдешиться. Но она умерла раньше. Фух ты, блин, напряжно было. Гораздо напряжнее, чем хотелось бы. Грифон есть, можно грифона взять, есть рапира, которая... Нужна ли мне сейчас? Меня забег не на скорость атаки все-таки будет, скорее всего. После первого атаки противник скорость атаки повышается на 5 секунд. Так, это нет, на комнату скорее. По окончании глушения удара появляется ударная волна. Снова камень наследника. Может реально грифона взять просто на толпы по фану? Давайте так попробуем, что ли, я не знаю. Мне нужна, пожалуйста, сейчас жрица храма Магнифика, чтобы я поменял свой навык. И на Леге посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Костяной щит тратит один облом костей за каждые 3 единицы урона. Обнуляя урон, да-да. Штука, с которой проходит ноу-хит как раз-таки. Ноу-дэмэдж, точнее. Урон носимый врагам базовым атакам увеличивается, урон от навыков снижается. Мне это не подходит. Мне нужно, кстати говоря, мне по сути нужен урон навыков, который нужно стакать, нужно прокать нечасто. Мне подходит удар души. Это 75% множества урона чисто. Нанесенный врагам урон от навыков увеличивается на 75% при третьем уровне прокачки. Если враг получает урон от навыков, этот эффект не будет применяться на ту же цель 2 секунды. Мне пофигу, у меня одна тычка разовая. Это огромный множитель для меня. Я это беру себе. И можно взять себе коротышку еще на миле увеличения урона. Либо, например, урон от навыков. Если враг получает урон от навыков, то урон от навыков по той же цели увеличивается на 2 секунды. Нет, это не будет стакаться у меня особо, не будет работать. Слишком мало мы будем атаковать навыками. Что еще? Метка мне не нужна. Ну, либо коротышку брать, либо я не знаю. Давайте коротышку возьмем, он сразу можно дважды его качать. 20% множество урона еще. Пускай будет, в принципе, тоже. Качаем себя до легендарки, повышаем себе хп дважды и идем дальше. Я небольшой фанат самурая, потому что он такой весьма себе узконаправленный череп. Он может себя на ком-то нормально чувствовать, но все-таки гораздо слабее, чем другие черепа. И мне больше всего напрягает то, что ты не можешь удар луны экономить на босса вот этот вот. Удар луны 1000 очков требует. Делает круто, конечно, делает красиво. Удар полной луны. 0 секунды кулдауна, да. Сейчас почитаем по порядочку. Мне его самурай. Постоянный навык одним ударом. Атакуя врага, оставляет метку и заполняет шкалу. После ее заполнения навык меняется на удар полной луны. И прикол в том, что эта шкала заполняется чудовищно медленно. Ты хочешь желательно экономить под босса или на какую-то такую жирную прямо цель? И при этом, чтобы к боссу все равно прийти с ней прямо... Но ты не можешь ее откладывать. Пока ты ищешь подходящую цель, ты не можешь, соответственно, пользоваться обычной версией навыка. Тебе придется в любом случае ближайший трат, это будет вот этот удар полной луны. Его можно заряжать, насколько помню, на вот этих вот мобах, на вот этих вот манекенах, но это прям такой себе процесс, и всерьез я это не рассматриваю. Меч из ножен. При смене черепа выполняет несколько рубящих ударов, нанося физический урон при свапе. Удар полной луны. Использует смертоносное искусство Батодзюцу, чтобы нанести врагам вдоль прямой линии физический урон. При этом обнуляется шкала. Когда оружие оказывается в ножнах, все метки исчезают, и нанесенный навыком урон существенно увеличится пропорционально количеству меток. Он гарантированно критуется, хотя шанс крита разгонять не надо, но урон крита он мог бы разогнать себе при помощи маски с вуалью, например. Я вот не знаю, если у тебя отрицательный шанс крита, он все равно кританет или как? Наверное, да. Удар с уклонением мне не особо нравится, он вроде то же самое у него в описании. Давайте, ладно уж, не на эти черепа все-таки, не на манекены я продемонстрирую, это на каком-нибудь мобе, наверное. Хотя, опять же, на мобе ты 5 меток охренеешь набирать. Потому что метка, она не с одного удара идет, там 2 удара одну метку вешают вроде как. Один мечик только. Вот на этом будет хорошо, если добьем его. Да, сейчас покажем. Такое ощущение, что он по всему экрану лупил. Может, ошибаюсь. На. 6600. И вот кажется, как бы что-то дохрена, но какой-нибудь чернокнижник с метеорита бахает столько спокойно с обычного навыка, просто прокастовав его. И тоже по всему экрану. И именно что самурай, он такой минмаксерский череп, он может разогнать максимально большой урон с одного тика, гораздо больше, чем любой другой череп. Я у него там, кстати, красивый эффект при свапе, я так смотрю. С него, я думаю, что можно разогнать... Ну, 100 000, я думаю, можно сейчас разогнать в текущей версии игры.
Может быть поменьше, может быть побольше, не знаю. Там потому что есть еще фактор разброса, который весьма себе ощутимо влияет. Ну и, соответственно, от того, как тебе насыпят забеги в принципе всякого еще. Так, из этого можно было бы взять себе стрелы, но, по-моему, мне тоже особо не надо. Не надо. Продаем просто. Потихонечку я пытаюсь хп себе восстановить. Вот у меня 357, то есть я раз в несколько комнат смогу это только разочек использовать. Байкер за комнат, кстати говоря. Мотоциклист. Мне нравится, в принципе, эстетически такой вот стиль игры самурая. С таким, знаете, ударом, который вот он должны его откинуть свой меч, потом там носится урон, все такое. Но он требует достаточно долгое время побить врага, чтобы этот урон реально был. Поэтому на комнату череп такой, типа, ну, далеко не лучший. Хотя, на самом деле, каких-то серьезных проблем он тоже так не испытывает. Но это больше антибоссы, в общем. Он себя так, по-моему, позиционирует. Так, хп себе 10 я возьму, пожалуй. Ролл. Предмет из яда. 10% физы, не знаю, надо ли мне. Давайте возьмем, ладно. У меня там уже статов много заполнено весьма себе. Ценными предметами. Вот это, вот это, вот это. Может быть, вот это я менять не буду. Хотя много что еще есть поменять. А, черный стальной кинжал вора было бы шикарно с луком на физу через череп с автоатаками какими-то. Но не для меня. Мы могли бы это использовать. Как бы это тоже все равно полезно, потому что просто общий ДПС повышает, шанс крита заливает очень много. Никакой другой предмет столько шанс крита не заливает тебе. Но это на автоатаке, мне как-то, я не думаю, что я этим буду часто пользоваться. У меня в скорости так я тоже не разгоняю себя. 20 костей за 1570 не особо того стоит, на самом деле. Даже хп здесь выгоднее покупать гораздо. Это мне все тоже не особо интересно. Давай еще ролл, допустим, последний, надеюсь. Ритуальное оружие. 20 хп. Скорость атаки, шанс крита будет повышаться. После свапа в том числе. Что-то как-то здесь в магазине немножечко на это самое насрано. Не самый лучший магазинчик. По сетам я ничего себе не ищу. Ну, погнали пока потихонечку дальше тогда, я не знаю. Мне еще написали, кстати говоря, ребят, что оказывается у алхимика нет яда. У него есть ядовитая склянка, но она не травит. Я почему-то думал всегда, что она отравляет. Походу, что совсем запамятовал, в общем-то. Так что за алхимика тоже не получится сделать забег на фулл яд. Но я думаю, что я хотел бы сделать такую серику за чумного доктора, за мод на чумного доктора, в общем. Если он будет иметь яд, конечно. Ну, по крайней мере, по названию звучит так, как будто бы яд у него должен быть. Как будет на практике, посмотрим. Упс, удар полулуны, я даже не заметил этого. 8000, на тебе нахрен. Это, конечно, слушайте. Это доставляет некоторый кайф, когда так вот лупишь, да. Просто выносит цель. Ну, не могу сказать, что на боссе это будет давать существенный какой-то импакт прямо. Ну, там, типа, у героя первого на второй фазе, по-моему, 150 тысяч хп. Удачи тебе сносить так. Оно там... Вряд ли ты два раза даже сможешь активировать этот эффект. Я не знаю. Какой эффект напоминает чем-то... Ух ты, блин! Мне казалось, я вроде бы нажал на рывок, но, походу, не успел немножечко. Тихо. Напоминает Кирион отчасти. Есть слизень! Ух ты! У меня есть предметы, которые я хочу скопировать от слизни. Идеально это было бы крушительная надежда, конечно. Я могу сейчас рискнуть и скинуть половину своего арсенала, интересно. Позволить себе такое. Я не хочу предмет знамения, точно. Ну, хотя, слушайте, такой предмет знамения-то и можно. Хищник, на комнаты то, что надо, да, казалось бы. Можно, в принципе, себе его взять вместо джина, попробовать. Не на сейф тогда будем играть, да, а вот... Хотя нет, все равно я буду пользоваться в основном одним черепом. Давайте на чистоту. Я делал забег сейчас на самурая именно. Я могу скинуть, допустим, вот это, но это разберет у меня отвага, заберет физу. Я могу скинуть это, у меня тоже заберет сокровище. Вуаль жрицы под вопросом. Честно говоря, что даст, то даст. Если даст крушитель надежд, то хорошо. Но от предметов избавляться я, по-моему, не выдержу просто, возможно. Особенно, если мне не повезет все равно. Крушитель надежд, крушитель надежд, давай. Циркулятор монотеха. Прям, я не знаю. Можно вместо вуали жрицы взять? Сет останется. Просто не будет эффекта вуали жрицы, будет зато двойный сам купол. Монотех еще деталь собирается. Хотя мне там сет монотех собирать не нужно. Не знаю, можно часто спамить навыками своими, да, по очереди, но это... В принципе, я могу юзать свое парирование просто в воздух. Оно тоже будет откадешивать навык, вроде бы, мой. Неси его. Оп. Отлично. 1246, так нормально.
На большинство мобов, в принципе, таких небольших, не толстых, этого будет вполне себе хватать. Надо бы сейчас восстановиться, потому что скоро будут у нас приключенцы. Возможно, что в следующей комнате уже и восстановиться тогда я, правда, не успею. Луну можно зарядить свою, конечно, попытаться. Да, сейчас будет уже приключенцы, кажется. Нет, не приключенцы еще. Да, видите, оно как бы заряжается дальше. Но вот после каждой комнаты или регулярно вот, так, вот таким вот процессом заниматься и по 5 минут порой, когда особенно манекены стоят далеко друг от друга, ну вообще максимально не хочется. Так, а вот здесь будет, кстати говоря, тетушка еще. Жесть какая. С этим щитом со своим дурацким. Вон она сверху. Может, и получится не загреть сейчас убить этого чисто. Понял. Ой-ой-ой-ой, удар пол луны. Там у меня буквально 970 было, когда я собирался нажать, но в итоге... Так, она... Не, она живая. Живее всех живых. Есть, успел вынести. До того, как она... Все равно одна попала. Какие же они лютую самонаводку имеют, это просто жесть. Но все же справились. Так, ну, ребят, вас нахуй. Не знаю я, что мне делать в таких вот ситуациях толком вот за самурая, потому что я очень долго буду убивать одиночных мобов таких автоатаками своими. Нужен второй навык, который я буду использовать. 1500. Иначе я так и буду выносить всех со свапа, либо с квинтэссенции. А вот теперь уже приключенцы. И я не восстановил свою луну. И вот я пришел к боссам, и наш антибосс абсолютно не работает. Но я не считаю, что череп рассчитан, чтобы ты восстанавливался именно за вот такие вот, за манекены. Это как-то некорректно смотрится. В итоге я вот, например, прожал, даже не заметил случайно. Либо я должен был экономить. Либо постоянно как-то сидеть, либо я даже не знаю. Слишком много факторов для того, чтобы ты просто сэкономил и сделал свой ульт на боссе. Хотя этот ульт, если бы я по ним так долбанул, конечно, он бы, наверное, нехило так задамажил. В общем-то. Так, торнадо вызываем. Ни хрена не вижу. Как он меня блочит просто своим щитом, это жесть. Он мне мешает уворачиваться банально. Тогда, когда мне это нужно. Почему у меня сейчас я свапнулся, а у меня не сработало знамение, кстати говоря. Это уже не первый раз, между прочим. Я такого уже замечал, но вот опять. Стоп, а может быть только на земле надо свапаться? Нет. Вот, теперь сработало. Чуть не особо я понимаю. Кто работает, кто нет. Работало. У меня 28 какой-то букет прямо. Так, опасно было. Нет, уворачивайся. Я не мог вовремя начать двигаться. Так, она кастует. Окей, щитовика снесли хотя бы. Более-менее. Тихо. Сюрикены. Вот тут еще выстрел. Мучается там спамит постоянно. Так, давай, гаси его. Я его снесу. Не дам ему прокастоваться. Оп. 3000 нахрен на халяву так. И с магичкой будет... Ну... С магичкой будет классический бой с ней, я бы сказал так. Нет, не будет классического боя. Добьет самурай. Вроде хороший урон наносится, но, блин, условий там, конечно, много. Весьма. Насколько он того стоит в процессе боя, не знаю. Мне гораздо проще обычным черепам все-таки носить урон. Хотя я не считаю этот череп каким-то слабым. Просто не совсем мое, наверное. 11 костей, 5 хп, либо... 5 хп, наверное. Хотя я мог бы за костью сейчас побыстрее отхиляться еще. Но в перспективе, как бы, там хпшечка все-таки повыгоднее для меня. Один косточки не хватает для того, чтобы еще один продонасить. Ну ладно, уже разочек. Пойдем дальше. И у меня сейчас полулуна зарядилась, кстати говоря. Очень вовремя. Вот про что я нахрен и говорю. Так, давай долбанем, допустим, посмотрим, она так нанесет вообще какой-то урон, нет? 5091, тоже хороший урон на самом деле. Можно, конечно, не делать на нее особого прям акцента, знаете, а воспринимать ее как чисто дополнение ко всему прочему.
Насчет нее не париться, но все-таки не хочется ее никуда как-то просирать. Жесть, париться. Не задоджишь ни хрена. Так. Вот сейчас это самое коварное место, да, которое я каждый раз не отхватываю. Естественно. Куда без этого? Очень трудно протиснуться. Особенно если у черепа будет какой-то большой хитбокс. Не всегда мне на самом деле удобен этот мой грифон. Он не так много урона носит, может быть, еще. Но я его взял чисто так на толпы, на контроль, все такое. Можно даже без зарядов иногда юзать. Если уж так посмотреть. Так, 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 так. Ух ты, блин, ракета летит! Это было ближе, чем мне хотелось бы. Что-то какой-то странный очень бой у меня идет. Постоянно такой нервный весьма. Вроде зачищаем, такой неуклюжий забег получается. Я очень хочу надеюсь на жрицу храма Магнифика, потому что, блин, парирование — единственный навык, который мне особо нравится. Неотвратимая гибель, увеличит урон по травмным врагам. Хорошая штука на яд, да? В забеге на яд. 40% физы. Не подходит мне это. Идем в магазинчик, у меня много золота, надеемся на вкусняшки здесь. Есть целая куча костей. Коробка медалей пришла поздно. Деревянство тут этого не надо. Это тоже нет, это мимо. Ролл. При попадании стрелы во врага возникает взрыв. Это баф на криты, килливан не надо. Кости нет. Можно подарочек взять. О, есть солнечный меч, можно пытаться его собрать. Он у меня что дает? Ритуальное оружие, да? Вместо чего его брать? Вместо циркулятора монотеха, я думаю. Можно вот так. Перчатка отстойно выпала. Так, надо было, знаете, что надо было сейчас вообще-то не продавать предметы сразу, да. Еще один ролл. 10 хпшечек, это хорошо. Все тогда, да. Я не знаю, мне стоит ли брать темного паладина вместо своего джина, потому что джин мне хотя бы помогает. Темного паладина ради костей брать разве что. Что-то я хочу себе залочить, нет? Реликвию можно себе хп подразогнать немножко, но стоит ли того? Ритуальное оружие не хочу добирать. Вся атака, но с критический урон пока не пройдет одну карту. 40% хилки еще. Нехилая такая. Давайте я херню слушайте, будет поспокойнее я себя чувствовать некоторое время. Давайте еще один ролл все-таки я сделаю. Зря было. Все деньги на роллы, блин, ушли просто. Ничего толком не приобрел. Один меч нашел только. Но я надеюсь, что наша славная парочка все-таки заспавнит мне тогда и колечко. Чтобы моя ставка на этот меч сыграла все же. Я, может быть, не так часто использую свой навык зря, как мог бы потенциально. Просто пытаешься обычно подобрать момент, когда ты сможешь набрать себе эти стаки на врагах еще. Но большинству мобов 5 стаков на самом деле-то и не надо, как видите, да. Может попробовать адаптироваться под свои текущие возможности, попытаться парировать все же, но мне кажется, что я об этом пожалею еще не один раз, если буду пытаться. Что это надо будет постоянно мне замолкать, постоянно сосредотачиваться, следить. Тогда я сейчас запарирую, нет? Не буду пытаться. Ну и нахрен. Если она меня сейчас ударит, будет жопа. Вот так лучше сделаем. У нее 5000 хп. Вот тычка хорошая вроде бы, да, но свапа по-прежнему будет гораздо эффективнее. Со свапа все дамажится. Стоп, а я получаю урон спокойно в этой форме. Я почему-то думал, что я становлюсь неуязвимым на момент этого рывка. Не знаю, почему я так решил. Об этом вроде бы не сказано ничего. Но я почему-то так подумал. Вот этим не попал, к сожалению. Ладно, понял. Если свап не сделаю, то я их точно не успею убить, и голем появится. Я голем не хочу. У меня 1000 накопилось, кстати говоря. Чернокнижник. Вот он самый, да, который такие же числа урона по всей карте делает, и гораздо проще, как по мне. Так, по косточкам идем. У нас там еще много чего по статам не скачать. И вот сейчас, например, мне по этому мобу не хочется юзать свой навык, и мне приходится бить его автоатаком. Я бы сейчас его добил навыком, но у меня будет использоваться именно удар полой луны, который мне сейчас не нужен. И вот это меня всегда триггерило, этого черепа. Мне надо найти место, где, куда разрядиться. Вот, например, в нее. В нее пойдет дело сейчас.
Держи. Не вздумай. Окей, 9326. Типа приятный урон. Раза в два, наверное, он больше. Но не то, ну, когда как, на самом деле. Там, опять же, и разброс играет роль, и количество меток. У Химеры сейчас, по-моему, под 60 тысяч хп, что ли, будет, что-то в таком духе. Это как бы заметно, ей кусок отгрызет, ты можешь разогнать этот череп до ваншота, и наверняка есть такие видосы, где он будет там шотать боссов или около того, нанося огромное число урона. Но вот опять же, сколько нюансов должно собраться, это не означает, что череп сильный или слабый. Это конкретно какой-то забег в отрыве от контекста. Одиночный какой-то тест не дает общей картины. Он показывает именно, что может быть с черепом, например. Ага, джин у нас. И эти самые, кстати, его да, тоже не прокручивают, соответственно, ведь. Ну, силу крита разогнать-то надо много физы, нужны множители. Но пока что я их найти не могу. Нужных прям каких-то таких. Много в предметах из магазине попадается как-то совсем на меня, как будто. Блин, я опять продамажили просто после своего свапа. Так, давайте долбанем. Ух ты, блин! Пронесло, спасибо Джину. Как же он много сейчас импакта вливает в мой забег на самом деле. По сейву. Просто спасает. Так, обходим. Чик. Так, я его ударил, не знаю. Вроде должен был ударить, но не вниз. Смотри, быстро у меня открылся сейчас навык, как-то так. А, стоп, а может быть, если ты... Точно, мы же не читали обычный эффект его. Когда оружие оказывается в ножнах, все метки исчезают. Нанесенный врагом урон увеличивается. Время перезарядки сбрасывается после попадания по врагу с самым большим числом меток. Так вот он как работает. Я про это совсем забыл, на самом деле. Мы можем его гораздо чаще использовать, кто-то подумает, да? Но на самом деле никогда подобного, потому что на комнатах я 5 меток не могу настакать. Может быть, мне скорость стаки надо было качать, чтобы быстрее их набирать. Ну так, в любом случае, мне и физа тоже нужна все же. На боссе ты сможешь, конечно, откидашивать себе навык сразу же этот. Но нужен ли тебе кулдаун сразу же? Потому что ты пока наберешь себе 5 меток, он у тебя и так бы откидашился практически. Ну или около того. То есть на практике эта обилка тебе тоже не то, что прям много где нужна. Я думал сейчас, что она при убийстве врага будет мне сбрасывать кулдаун. Нет, но при ударе по 5 меткам. А 5 меток накопить, это нужно еще много времени. Так, погоди, там у меня сундук был. Да, сундук. Гербарку мне не надо делать. Алхимик отравитель с приговором. А по нам стреляет издалека. Так, аккуратненько, аккуратненько. У меня 1000 этих самых набралось. Мне сейчас его нужно бить опять, кстати говоря, вот. Ладно, давайте я полулуной его ударю, короче говоря, и заряжу свою ульту. 7819. Заряжу свою ульту, например, на скелетах. Так, в этот раз. Он, кстати говоря, интересно, заряжает ее быстрее за удары по 5 меткам, например, вот так. Да, он заряжает ее усиленно. За использование навыка, точнее, в принципе. За использование навыка молоко не заряжает. И вот ты вот так вот, да, заряжаешь, если ты хочешь зарядить себе тут до конца сейчас заново. Мне этот процесс не очень нравится. Либо тебе приходится экономить. Условно говоря, ребят, знаете, это мне что-то напоминает. Вот, например, как переработали у нас... Как его называют-то, а? Как его называют? О, легендарный череп с ловушкой еще костяной вот этот вот. Не жнец, не... Забыл название в упор просто. Не помню. Череп баланс, по-моему, если не ошибаюсь. Он. С цепями, которые постоянно бьют еще, короче говоря. Вот у него разработчики позиционировали прикол в том, что там, типа... Они говорили, что поскольку ему нужен навык на цепи постоянно, как бы ты всегда хочешь его наролить, потому что он был слишком сильным, да? Вот 8 тысяч я нанес, вот я кусочек отнял, да? Вот я всю свою особенность на антибоссовость такую вот... От своей ульты я потратил. Я снял ему 10% хп, может. Может, у него не 50, а 60, не 60 тысяч, а больше. Может, чуть больше 50%, я сейчас не знаю точно. На глаз так сложно сказать. И дальше мне бить его обычными атаками, которые, в принципе, тоже какой-то урон наносит. Там 3180, например. В принципе, так приятно. Но мне кажется, многим черепам я все равно быстрее дамаж смогу. Разгонять их спокойно. При этом они более... Больше областей, скажем так, покрывают. Не только на боссах, но и на комнатах хорошо себя могут показывать. А тут прям полная задница сейчас. У меня хп прям вообще нет. Вот, и этот череп тоже, знаете, вот
у него вот этот удар по луне — это то, что ты хочешь иметь постоянно. Но поскольку у него он идет в гарантированном навыке, он у него как бы и есть. Но ты его контролировать не можешь толком. Я бы предпочел, чтобы он удар по луне, например, делал как при нажатии клавиши вниз плюс X, когда у тебя полностью заряжена шкала. То есть разработчикам же не впервые добавлять подобного рода механику, правильно? У нас у многих черепов есть какой-то доп-эффект при вот именно таком вот нажатии. Но здесь у этого перса оно занесено именно в усиленную версию навыка, которую ты не можешь контролировать. И как по мне, это такая весьма неприятная проблема. И решение максимально простое, но его у нас, к сожалению, не имеется. И либо, знаете, либо был бы вариант еще балансировать это так, чтобы цена этой полулуны была ниже. То есть ты ее быстрее заряжаешь, от нее меньше импакта пускай, но тебе не придется ее так экономить жестко. Но сейчас она больше позиционирует себя реально как то, что ты пытаешься ее сохранить на нужный момент. Так, у меня хп вообще не остается. Нет, пусть делает. Тихо-тихо-тихо. Я его с лапов в итоге бью в основном сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ни хрена не вижу, где я. Терял себя немножко. Так, он снова убежал. Пронесло. Нет, прям на мне. Ух. Твою налево. Я заюзал навык. Я нажал его, но он что-то не сработал у меня. Не знаю, что-то как-то не особо мне заходит за самурая, честно говоря. Вот как... Не знаю, дайте мне просто обычные навыки, которые я использую, наношу урон, а не то, что я должен сделать там 10 ударов базовой атаки, чтобы нанести 3000 урона с навыка. Потому что за это время другой череп может нанести гораздо больше, блин. Зачастую. Опять же, есть забеги, в которых он выдаст много урона, но он гораздо более требовательный к этому, как будто бы. Могучий удар повышает, повышает крит урон, и можно здесь еще крит урон повысить дополнительно. Это как раз таки для нас будет множитель стабильно на нашей ульте. Но только на ней. Я даже не знаю. Давайте вместо циркулятора монотех, например, возьмем. Предмет у нас сейчас неподходящий, да, кто-то скажет. Но я всегда именно что оборачиваюсь на то, что как другой бы себя какой-то череп чувствовал в этой ситуации. Мне кажется, многие другие черепа чувствовали себя бы гораздо лучше все-таки. Рок становится без перезарядки. Так, это я не хочу. Это, в принципе, нормальная штука, но тоже не планирую брать, наверное, сейчас. У меня 594% физы, сейчас станет побольше. Сколько теперь? 714. Ну, плюс 120% дали примерно. Что-то там такое было. Что еще можно взять себе? Можно до конца докачать удар души? Как раз таки. А, стоп, нельзя, не хватает очков. Ай-яй-яй, жалко. Я постараюсь разогнать ему сейчас урон, если мы найдем нужное что-то, но у меня проблема есть с тем, что резалка потратилась. И ситуация у меня крайне уверенная. Я сейчас, конечно, я получаю больше урона из-за того, что у меня есть предмет знамения, но без него мы бы вообще не дошли сюда, мне кажется, с таким забегом текущим. На комнатах совершенно ничего не можем сделать. У нас просто автоатаки и потом разрез. Мне гораздо проще играть с черепами, которые сразу носят нормальный урон навыка, а не которым требуется для этого еще проатаковать целую кучу раз. А второй навык, к сожалению, у меня просто вообще не то, что я ищу. Ну типа, да, он может тебя долбануть в идеальных условиях, но на скал не особо ложится механика парирования, она особо не располагает к нему. Он может делать красивые кликбейтные вот такие вот числа урона, но общая эффективность все равно, как по мне, далеко не идеальная. Так, уйди от меня. Понял, 2000. Я за это время сейчас с другим черепом я бы его вынес быстрее. Серьезно. Не хочу, чтобы, знаете, забег превращался в какой-то буллинг просто самурая, но и пытаюсь, чтобы меня более-менее как-то поняли. А если я не буду досконально это прям вот так вот объяснять, акцентировать на это внимание, не учту все-все-все аспекты, что типа там предметы не особо хорошие, что-то еще такое, кто-нибудь по-любому до меня додушится в комментах на этот счет.
Но я говорю, я взвешиваю относительно того, что... Как другой череп здесь бы себя чувствовал, например. Невезение, могучий удар тоже, но, блин, это урон от стрелы, который... Стрел у меня нет. Если у вас нет врагов рядышком, ну, два сета по... Мне могучий удар только нужен. Нет, я это не буду брать. Продаем. Нужна еще фи... Продаем, я говорю. Хотя, если ты увидишь, что там все равно продаться самый дорогой предмет, вроде как должен продаться. Но как привычнее руками. Почему у меня у врагов какая-то... Какая-то душа появляется, как будто бы, когда я их бью. Уйди от меня. Окей. Я вам просто спрыгнул. Обычными атаками, ну, самую-самую-самую мелочь только можно разу сносить нормально. Ох, тут, блин, сейчас будет. Окей, до свидания. Ну, он почти не дамажит этот грифон, на самом деле. Грифона, может быть, хорошо было бы реально поменять. Давайте ударим его немножечко. Ну, прям совсем копейка. Если враг чуть-чуть потяжелее, если он не аморфный и он что-то может делать, то я эти 5 меток хрен наберу на нем. О, просто, опять же, надо банально с вапами бить. Окей. Будь у меня второй навык какой-то другой, может быть, он бы мне позволил метки комфортнее набирать. Вот так, понял. Так, о, жрица храма. Вот сейчас посмотрим. Может быть, навык у меня сейчас все изменит. Неужели наконец-то? Так, у нас удар с вращением. При многократном нажатии на кнопку вплоть до 3 раз выполняет вращение и удар с натиском, нанося физический урон. Что-то мне не нравится это уже. Выглядит так, что оно на боссе будет очень неудобно. Так, давай что-нибудь другое, может быть, ты мне дашь лучше. Быстрый удар. Выполняет несколько рубящих ударов с невидимых из-за скорости и носит физический урон. Вот это хорошо. Вот это приятно выглядит. Я надеюсь, что он тоже метки будет активировать, и с этим станет уже покомфортнее. Плюс у меня навыки, наконец-то, они будут друг друга сбрасывать. Может быть, стоит забить болт вообще полностью на метки мои. Опа, целая куча физы. Отлично. Так, а отвага мне бы найти где-то еще, потому что отвагу я не хочу разбирать. Отвагу придется разбирать. Либо разбирать древнюю курильницу. А у меня сет реликвий все равно не собран, да? Я могу вместо нее скинуть? Могу, знаете, стоп, медалька нахрен. Пошла вон отсюда. Притаилась так тихоря. Можно вообще забивать болт полностью на свои эффекты, на эти метки, и просто лупить своим навыком, как играть как обычным черепом, в общем-то. Потому что у меня урона навыков, в принципе, это нормально сам по себе. И один навык у меня сбрасывает кулдаун другого, соответственно. Может быть, так будет нормально. Не знаю. Свап красивый. Луна. Чпонька. А видите, на весь экран анимация, но она делает разрез перед собой именно. Ну, 9000 без меток? Или там метки, может быть, были какие-то от свапа, я не знаю. Как будто бы этим персонажем надо играть так, как он не задуман. У меня такое ощущение. Как будто бы вот так вот на навыках он показывает себе гораздо... Гораздо приятнее. Просто там юзая свап и все такое, но не настакивая метки автоатаками и потом делая удар одним пинком. Рассчитан на сброс кулдауна и так далее. Так, 4 дебафа с себя снимаем. Бабах есть. Быстрые свапы. Но мне кажется, джин пускай будет со мной лучше до конца. Так. Ну, например, просто навыка. Выносишь моба. О, девочка, ты прям очень вовремя. Если на нее щит хорошая выпадет с нее, будет очень хорошо. Так, нет. Я уже знаю эти нахрен подлые штуковины. Сначала с ними разобраться. Окей. Они еще в воздухе находятся, из-за чего по ним толком не попадешь, зато их грифон по-прежнему шатает, кстати. Отлично. Так, давай только ты мне быстрее дашь, пока до меня эта штучка не долетела. Самая маленькая хилка. Хорошо, хотя бы хилку самую маленькую усилили немножечко. Раньше 15% хп кидало. Было вообще ни о чем. Сейчас 20 вроде бы. Не попал. Живые доспехи. Так, здесь золотой кнут. Есть, кстати говоря, мастер оружия, который мне... Ну что, я возьму его. Пускай будет. Нормально.
Что по сетам? Можно отвагу залочить себе, можно могучий удар залочить. Шанс крита, силу крита себе увеличить, например. Но у меня шанса крита нет ни хрена. Если бы я нашел бы невезение где-то дополнительно еще. Или могучий удар наоборот. И чтобы предмет был хороший. Не вот это, да. Что-то более мне подходящее. Я был бы очень благодарен игре. Но пока этим тут совершенно не пахнет, если честно. Вот могучий удар есть такой, но скорее придаток смены черепа, увеличить шанс крита за каждого врага поблизости с статусным эффектом. Вообще не то, что надо. Давайте хп купим себе, пропас не сделаем. Половой взрыв. За атаку предметом. Атака предметом — это идол забытого считается, кстати говоря. На 3 секунды, в принципе, 90% физы будет стабильно работать вполне себе. Ну, более-менее полноценно. Хотя на самом деле больше у нас атак предметами, по-моему, не имеется. Солнечный меч так и не собранный. Колесо атаки. А, я даже не знаю. Сколько здесь стоит рольную сеть? 1480 стоит. Мне хватит денег после продажи предмета. Может быть, стоит деревянный охотничий лук скинуть все-таки, а? Могучий удар, потому что он на слот на себя требует еще. Просто смотрите, если я остаюсь с этим предметом, значит, я скидываю меч. Правильно? Либо же курильницу скидываю, но это сразу же минус 70 хп. И квинтэссенцию ослабит, а квинтэссенция у меня хорошая, причем ослабит сильно ее. Либо ритуальное оружие скидывает, солнечный меч. А стандартный меч Корлеона оставлять, надеяться на дроп отваги где-нибудь. Если я так делаю, то я могу взять сейчас, например, могучий удар себе. Бафнуть силу крита на 20% еще. Наш ульт. Стоит ли ульт таких затрат? Только ульт. Потому что только он критовать будет. Я сильно не уверен. Но давайте, ладно. Я рискну, я попробую так сделать, например. Не уверен, что он того стоит, но посмотрим. Насколько ставка сыграет, скажем так. Пытаюсь реализовать именно самурая в любом случае. Окей, что-то его снесло раньше. Возможно, наш как раз-таки наша квинтэссенция. Не успел меня побить особо. Вот, вот так вот, да. Вот без свапа нормально. Ой, без настакивания меток этих. С другим навыком, каким-то более классическим таким. Хотя все равно что-то я как-то наотхватывал здесь, будь здоров сколько. И мне кажется, многие другие черепа. Как бы этот череп, знаете, он, если учитывать такой, знаете, примерно общий баланс, он должен быть с обычных навыков слабее, чем другие, и это должно устаканиться за счет его вот этой вот особенности. Но если этим особо не пользуешься, то он должен быть это слабее, чем остальные. 2593. Сам по себе, как навык, вот 2593 кажется много. Но за его кулдаун, за все эти условия, я даже не знаю. Так, я не уверен, стоит ли ему донатить на самом деле, но я ладно, попробую. 37. Якша, ни хрена себе. Якша мне не нужен, но я его разбираю и надеюсь, что... Надеюсь, что мы доживем. Что ли, я как его Иоанну пройдем, и получится у меня все эти кости потом обналичить. Стоп! У меня же впереди сейчас приключенец еще! Я про него вообще забыл. Твою налево. Обналичить-то мы успеем, если вынесем его. А он посложнее Лианы, может быть, для меня. Да ты серьезно? Попади по нему, пожалуйста. Нифига там у него регенерация сколько отображает. Он сейчас захиляет или что? Или это у него просто щитами столько нам насыпало? Так, господи ты. Вот, наконец-то. Пробил щит ему. И добили. Вау. Ну это хотя бы в щит должно было прийти. И луна, кстати, да, 12673, но... Она вот пробовалась у меня раз в сколько-то в вечность. За ней надо постоянно либо следить, либо что-то еще такое. Вот не обратил внимания, она зарядилась. Причем она может, знаете, вот... Ты можешь даже дважды подряд юзануть свою обилку. Первая будет обычная, вторая заряженная уже. Можно гораздо быстрее заряжать, если ты опять же будешь бить по врагам с 5 метками туда-сюда, скидывая кулдаун. Но 5 меток набить слишком геморройно. Здесь сейчас. Мечник. Ой, с увеличенным уроном по мне. Что-то я не вижу, как мы его убиваем, если честно. Что
Что за подлая фигня была? Он ко мне ринулся, но вместо того, чтобы атаковать, он потом отошел обратно и потом начал бить. В итоге я сделал рывки на него, четко попал под эти атаки и еще под его удары. Как это было неприятно. Пять меток. Тихо-тихо, в джину ушли. Так, ударили. Как я ненавижу эту атаку. Тихо-тихо-тихо-тихо. Было близко. Окей, джин спасает. Самураем добили. Окей, это было гораздо опаснее, чем могло бы, чем мне хотелось бы. Отвага, кстати говоря, вот, но это эта перчатка еще слабее, чем мой меч, поэтому это отвага, которую я ищу, конечно. Узник, 5 хп, посох. Давай, допустим, узника я разберу. Мы сейчас очень много костей багрим в статы себе как раз-таки. Мне нужна не скорость атаки, мне нужна физа просто. 882%, отхиляться я больше здесь не могу, к сожалению, надо до магазина терпеть. Так, по полной программе. Почти до конца. 4 косточки не хватило всего лишь. Джина до следующей версии я качать не планирую. Хотя он, может быть, того бы стоило, был бы даже сильнее в некоторых местах. Очень уж бы. Сейвил меня хорошо! Это было в щит, по-моему. По-моему, я свапнуть успел. А, капец! Как же я неуклюже себя ощущаю, если честно, сейчас. Какой босс еще? Элитка неподходящая для меня совершенно. Просто я ее не мог ничего сделать ей. Вот когда у меня свапы отключаются, когда враг летающий, сразу все наши проблемы всплывают. Так, хилка. Хилка и... Хилка и рыцарь. Давай. Быстрее, пока метеориты не падают снова. Что не бывает такое, что даже по защитной локации ляпаются. О, пошли снова, давай, да. А, какой предмет на магию, который мне уже попадался, правда, но не для меня. По предметам меня, по-моему, все-таки в этот раз по большей части, наверное, подтроллили. Как-то много чего я... Вроде есть хорошее, хотя вот типа раз, два, это норм, это норм, это тоже хорошо, это хорошо. Но что-то не хватает, как будто бы все кажется. Сломали. У меня удар полулуны зарядился. Ну, допустим, я его юзал. Ну, я не собираюсь терпеть сейчас и выжидать, опять же. Смотрите, без меток 15 тысяч. Вот про что я говорю. У меня с метками там сколько было, извините меня? Не намного больше, по-моему. Ты можешь меня с тех пор... А, у меня физа сейчас подкачалась, да. 978% физа сейчас. Но все равно. Как-то не знаю, у меня такое реальное ощущение, что просто надо забить болт на эти метки и играть как обычным черепом абсолютно. Вот тогда оно бы... У меня бы не было проблем в течение всего забега. Жесть. Так, ну тебя в баню. 43 хп, но сейчас... А, все еще не магазинчик, да. Кость... Нет, пожалуй. Хотя это дало бы много очень физы. Все такое, но самоубийственно звучит. И все из этого нет. Разбираем просто. За предметом или за еще физой? Давайте за предметом. 4 косточки, может быть, я еще найду, не знаю. Посмотрим. Ситуация очень такая опасная. Здоровья нет почти. О, как меня... Он после этого рывка, он не может двигаться секунды полторы, но он уязвим. И у нас не идет пауза такой. Мне все казалось до этого раньше, что начинается такая пауза, типа, когда он делает эту атаку. Ни хрена, никакой паузы тебе не дается. В итоге это самый такой момент, когда ты можешь очень жестко огрести. Прям очень было неприятно. Так, из этого мне тоже ничего не надо. Это все еще не комната с магазином. Хилка. Тихо, тихо.
Уберите этот щит от него. Нет, нет, нет! Эссенция. Ху-ху-ху, 56 хп. Восстановил меня алтарь немножечко, так тот хилищий. Ох, какие гости тут еще пришли. Спасибо Джину, что я без тебя делал весь забег. Так, вынесли. Все, теперь. Давай. Добили. Это все еще не магазинчик? Погодите-ка. Я уже думал, сейчас то точно будет магазин, ни хрена подобного. Я выдал свой максимум, по сути, урона практически там, если была бы луна еще, да. Конечно. Так, не-не-не, аккуратненько. С этим ждем. Отлично. Вот такая ротация весьма приятная, кстати говоря. Свап, навык, потом второй свой навык. Но я очень уязвим в этот момент, надо понимать. Опять я не могу сейчас заюзать свой удар, потому что это ульта будет именно заряженная полностью. Я бы хотел обычно поюзать, но ограничен в этом. Без всех этих мобов бить, походу, просто чем-то другим. Хочу свой навык потратить на кого-то более стоящего пока что. Хотя он впереди у меня магазин, наконец-таки мы дошли до него, добрались. Это мне тоже не особо надо, это нет, это тоже нет. Не то, что я ищу. Кирион, ты пришел поздно, хотя этому персонажу он не настолько необходим на самом деле. Не настолько полезен, как некоторым другим бывает. Так, во-первых, хилка 35%. Сразу же берем, в любом случае. Это не надо, это... Все базы атаки при трёхкратном использовании навыка на скриты. Но что-то я не на автоатаках, не на критах на них. Тоже не то, что я ищу. При использовании навыка скорость атаки увеличена 20% в течение 3 секунд, а при базе атаки возникает ударная волна. Стремительность фамильных сокровищ. Могли бы себе фамильные сокровища собрать, но мне кажется, того не стоит тоже. Целый слот. Давайте вот это возьмемся, потому что что-то как-то мне на предметы настолько не валит, что я... У меня есть что заменить, более чем есть. Но я не рассчитываю, что мне повезет сейчас. Можно взять время мудреца, но оно будет сильнее, чем мой предмет, только в случае двух навыков на кулдауне. В случае одного оно будет слабее чуть-чуть. И еще денег стоит. Нет. Пожалуй. Тоже все не то. Не знаю, 10 щита купим. Серьезно, больше делать нечего здесь, к сожалению, нам. Идем за косточками. Иди в пень. 1462. Надо посмотреть, сколько луна долбанет по... Ух ты, блин, а вот тот, по кому надо было бить, судя по всему, да? Так, у него там торнадо, аккуратненько. Ждем. Ну, где оно? Во, появилось, все. А, я не могу навык юзать в этой зоне же. Ужас. Так, 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 тихо, уйти от торнадо. Опять же, на земле была атака, поэтому я отхватил. Охренеть, как это неудобно. Я не знаю, мне самурай что-то не нравится. Сейчас он как-то себя вообще не показывает. Он может... Он нормально себя чувствует, когда я пользуюсь им как обычным черепом. Но он просто опаснее. Просто опаснее, просто слабее. В итоге получается в этом плане. Потому что в своих навыках он умеет рывок. И лок после этого, но не неуязвимость. Навык второй сейчас очень комфортный, а основной как-то... Как-то я очень много из него отхватываю просто. Тихо-тихо-тихо. Сейчас луну зарядим, наверное, перед боссом чисто. И походу там уже придется... Я не знаю, вот... И, кстати говоря, если даже я перед ней заряжу луну, мне что, на первую фазу ее тратить? Или всю первую фазу играть без ульты? Или пытаться рассчитать так, чтобы я луну зарядил полностью ко второй фазе? А как так рассчитать? Я сейчас рассчитаю, нет? Вот у меня 584, например, заряжено. Получится или нет так? Я думаю, что первую фазу мы-то снесем, наверное, потому что у нас есть, опять же, мега-слаб. А вот со второй что будем делать, не знаю.
И даже если бы мы разогнали бы себе еще урон немножечко, да, было бы побольше, чем обычно. Хотя я не скажу, что у нас какой-то маленький урон. 990% физы это типа не какой-то сильный забег, но у меня было много забегов гораздо меньшими параметрами, и при этом в целом гораздо лучше себя чувствующих, потому что всякие есть проки там и так далее, само собой. Сейчас у меня тоже такие имеются. Я за счет них вывожу как раз таки, кстати. Так, метки на этой штуке появляются, по крайней мере, это хорошо. О, подло. Так, давай раз. 6271, нормально. К второй идем, ждем. Появляйся. Вот опять я отхватил, просто потому что он не получает неуязвимость никакой. У меня было почему-то ощущение такое, что... Серьезно, что он делает как будто бы такую паузу. А потом бьет, и в этот момент у тебя враги не движутся. Нет, у тебя враги передвигаются спокойно, пока он юзает свой... О, кстати, я вот пошел. 22 тысячи, на нахрен фул метки. Сломали сразу же. Это было приятно. Так, тихо, что делает? Так, ладно, давайте немножечко послапаемся тоже. Оп, добили как-то, даже не заметилось, честно. Ну, на второй фазе у меня 70 зарядов луны. Ой, сейчас чувствую я. Попахивает жареным немножко. Так, аккуратно. Кстати, мне казалось, что я на ней 5 меток набрал, но походу нет. Походу не было там 5 меток, иначе бы. А, стоп, я вот сейчас было точно 5 меток, нет? Время призвать сбрасывается после попадания по врагу с самым большим числом меток. Может быть, надо врага все-таки убить? Потому что он не сбросил сейчас кулдаун явно. Так, тихо-тихо-тихо. Арену засрало так, что не подберешься, ничего не сделаешь вообще. Так, тихо-тихо-тихо. Ну, вылазь давай. О, серьезно? Вылезла, засрала с другой стороны. Ауч. Не знаю. По звуку проще всего определить, когда она так мычит, значит сейчас будет эта атака. Так, снова что ли? О, два, оба удара отхватил. Ну и, по-моему, я на ней скисаю все-таки. О, еще эта атака. И там выстрел прилетел, которого я вообще не видел. Я не знаю. Не нравится мне самурай в нынешнем виде. Я понимаю, как им можно пройти игру. Я понимаю, как он играется. Я им, собственно, и проходил в том числе. Но его концепция с этими 5 метками... Только если ты эти метки накладываешь себе не с автоатак. Блокирование в скал выглядит тоже так вот, типа... Ты нигде не блокируешь, что у тебя вдруг дают черепа, которым тебе надо привыкать блокировать. Ты в пределах одного забега явно не привыкнешь. Либо тебе надо будет постоянно на этом сосредотачиваться, сделать микропаузы, там подгадывать моменты, где-то цена ошибки того не стоит, особенно если ты играешь со знамением и так далее. Где-то вовсе ты не можешь заблокировать адекватно. Другой навык, например, мой, он не дает достаточного количества меток. Бить сколько-то меток, чтобы нанести нормальный урон навыкам, да проще другим черепом просто сразу наносить нормальный урон навыкам и особо не заморачиваться. То есть... Нюансов слишком много у него, чтобы выдать одну такую смачную тычку, за которую другой череп нанесет в таком же забеге абсолютно гораздо больше урона. Абсолютно точно. Мне кажется, сейчас я бы многими черепами гораздо комфортнее себя на ней чувствовал. Но да, ребят, я не отрицаю, что он может наносить огромное число урона там в определенных уникальных ситуациях, уникальных забегах, которые у тебя будут далеко даже не один из 5, например. Но что-то я как-то не... Немножечко подразочаровался по ощущениям от этого черепа. И уже, по-моему, смотря не первый раз, на самом деле. Я просто так это аккуратно пытаюсь говорить, потому что я знаю, что у этого черепа тоже есть фанаты. И сейчас там налетят в комментариях, что, мол, вот ты там не так играешь, вот ты там не тот предмет делал, вот там что-то еще не так делаешь. Ну, как всегда, такая целая куча диванных экспертов. Ну, что-то прям, по-моему, как-то очень деревянно. Слишком опасно, неудобно. И по импакту... Нельзя сказать, что это как-то ощутимо реально. То есть большое число урона, а сам ДПС-то не особо. Потому что для этого числа урона тебе требуется целая куча времени тоже. Для начала. Где-то тебе луну надо заряжать, где-то ты просто целую пачку ударов должен сделать сначала, которая не всегда удобна. Потом еще после этого удара ты можешь огрести очень легко. На ком-то таких ситуаций было очень много. Мне честно кажется, если бы я играл чисто джином уникальным, я бы прошел игру с гораздо большим, с большей уверенностью, чем то, что сейчас закончилось на Иване, к сожалению, аж. Как-то так, ребят. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть, тем не менее.
Вот так вот мы посмотрели на самурая, хотя очень такие двоякие ощущения у меня от него. Подписывайтесь, ребят, на канал, собственно, я буду очень рад оставить комментарий с этим видео, пишите свои мысли касаемо самурая, как он вам, но само собой без какого-то прям вот негатива и так далее, просто конструктивно ваше впечатление именно. Что там дальше-то? У нас идет вступать в Discord, типа, а сейчас, ребят, на канал, открываем, что-нибудь интересно, чего, да? Но я желаю всем, ребят, хорошего настроения, такого же дня, всем ночи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока.